Отец сказал, что здесь есть дверь. Нужно отнести это мессеру Уберто. Эй, уберите мечи. Вы же хотите арестовать меня, да? Нет. Так чего ты хочешь? Чтобы ты умер. Ну, этому не бывать. Может, обсудим другие варианты? Других вариантов нет. Все корабли, заходящие в главную гавань... Подходи, друзья! Здесь клиент всегда прав. Конечно, если он... Эколон! Простите. Он вон там. Макоза? Сегодня пощады, сеньор. В моей жизни. И мы тоже. Господи, сумасшедшие! Спешите! Приносите больных и раненых. Не трогайте меня. Он похож на... Мои фрукты! Бегите! Вы порой... Эй, ты! Вот он, кто? За ним! Только некогда искать стражника. Куда? Пошел проще. Эккола! Ищи! Надо бежать! Не трогай! Вот он! За ним! Здесь убийца! Гвардия! Безумцы! Все безумцы! Эцо аудиторе? Что ты делаешь здесь в такой час? Это... я... не... Погоди, сынок. Отдышись. Отдохни. Мой отец и братья в тюрьме. Мне поручили передать вам это. Теперь все ясно. Это недоразумение, Эцо. Я все улажу. Как? В этих документах... содержится доказательство заговора против твоих родных и города. Утром я представлю их на заседании суда, и твоих родных освободят. Спасибо, сеньор. Конечно, сынок. Тебе есть где переночевать? Можешь остаться здесь. Но, грация, я буду ждать вас на площади. Не волнуйся, Эцо. Все будет хорошо.